Сейчас прохожу собеседование на позицию аналитика по категоризации сегментации в связном. Соответственно, прислали кейс проанализировать данные, исходная табличка, в которых данные о продажах по данным маркетингового агентства и внутренние данные. Вот. Ну, естественно, это за уже такой старый период. Что мы видим? Что продажи рынка смартфонов показали наибольший рост в июле, а в августе было падение. И более высокая динамика продаж в рублях, чем в штуках. Она вызвана ростом спроса на смартфоны высоких ценовых диапазонов, то бишь с большими и безрамочными дисплеями. Здесь я строю с помощью ThinkSell. Бесплатная лицензия на 30 дней дается на корпоративный e-mail высылается. Здесь удобно строить вот такие вот графики. Также продажа разогрела конкуренцию между Samsung, Apple и Huawei, которые практически вытеснили остальных вендоров и стали самыми востребованными. Этот тип диаграммы как раз waterfall. Здесь базовые данные и потом то, что их, допустим, увеличивало, там уменьшало. И конечный результат по брендам. Здесь можно посмотреть, какие бренды выросли к прошлому году, а какие снизили свои продажи. Вот. Ну, то, что вот вы видите по YouTube, обзоры всяких смартфонов, это всякие рейтинги. Вот. Это по данным ГФК топ 10 смартфонов. И 90% роста продаж обеспечивают смартфоны, которых не было год назад. То есть новинки. А 25% прошлогодних товаров уже не продается. Ну, видимо, их никто и не покупает, либо мало произвели, и уже новые вместо них делают с лучшими характеристиками, там, с новым софтом и так далее. А 80% продаж дают всего лишь 3,1% товаров. Годом ранее 4,4%. Напомню, что обычно по Парето должно быть 20%. То есть здесь много лидеров в продаже, которые отнимают существенную долю рынка. Топ-10 товаров дают 36%. А всего их там на рынке более ну, там 3-4 тысячи. Те, которые отслеживаются маркетинговым агентством. Естественно, это на первичном рынке. А распределение продаж смартфонов в штуках по цене, ценовая кривая стала более сжатым. В 2016 пики были на 4, 11 и 22 тысячах, а в 2017 на 8, 12 и 19 тысячах рублей. Что мы видим? Да, вот это исходные какие-то тут пики бывают голубенькими, они выделены. А потом вот этот пик, видите, он исчезает и сдвигается сюда. Здесь сдвигается вот этот выше, самый высокий пик немного назад сдвинулся, но тут еще дополнительные пики образовались. Дальше, во втором полугодии 2017 года, соответствие ценовой кривой связного рынка уменьшилось с 71 до 69%. Что это означает? Да? То есть мы смотрим очень подробно распределение шагов в 1000 рублей, и мы видим, что здесь кривая связного и кривая рынка, они лучше соответствуют, чем вот здесь вот. А с чем же это может быть связано? Ну, кроме того, здесь еще в сезон стали на 1,4% пункта ниже рыночных. Раньше они в 2016 году, ну, там не было такой разницы. Причем посмотрел по новостям, у них как раз с сентября новый директор появился. Видимо, пока там происходила смена директоров, не, наверное, было не до одобрения каких-то там скиды глубоких, то есть, может быть, там немножко проценты затормозились. Вот. И там еще были истории, когда у нас Samsung уходил, точнее, они прекращали с ним сотрудничество в 2015 году, потом он в 2017 году вернулся к ним. Вот. Ну и что-то они с Huawei и Honor плохо сотрудничают. Вот. Ну, это исходное задание, которое нужно было делать. И давалось на него 72 часа. Если будут у вас вопросы, спрашивайте, постараюсь на них ответить.